Полезный город. Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин. Мой собеседник Александр Татаринов, руководитель сети магазинов «Колба». Александр, приветствую вас. Добрый день. Начнем с самого важного вопроса. Что за концепция лежит в основе работы магазинов «Колба»? Для кого и для чего вы работаете, и где представлены в настоящее время? Ну, начнем с того, что мы федеральная сеть. У нас уже более 200 магазинов, расположены практически во всех городах России и в Казахстане. А для кого мы работаем? Что мы хотим добиться? Мы хотим показать людям, что приготовление домашних вкусных напитков — это увлекательно, это отличное хобби, ну и оно может являться выгодным. Ассортимент магазинов «Колба» довольно большой. Как формируется этот ассортимент? Какой ценовой политики вы придерживаетесь? С какими поставщиками, с производителями сотрудничаете? Вопросы качества, сертификации, гарантии на продукцию? Во главе угла стоит качество. Абы кто на полке магазинов «Колба» попасть не может. Для нас очень важна надежность оборудования, его безопасность. Очень важно, чтобы наши покупатели были уверены в качестве приобретаемых изделий. И, соответственно, образом подбираем поставщиков. Для того, чтобы попасть к нам, поставщик действительно должен быть проверенным, известным, предоставить все необходимые документы. Ну и любая вещь, которая попадает на полки магазина, она всегда проходит разнообразные тесты. Лично я и наша команда здесь, в офисе в Кирове, их тестируем. Большое внимание уделяется также репутации поставщиков и нас. Это касается и обратной связи с покупателями. И мы открыты всегда для новинок. Взаимодействие, да, раз уж мы перешли к этой теме, взаимодействие с клиентами, с покупателями, как осуществляется, как учитываете их пожелания? Понятно, обратную связь мы собираем. Есть возможность получать ее и от покупателей непосредственно в магазинах. Также на сайте kolba.ru есть телефон горячей линии, по которому можно оставить свои пожелания, мнение, где-то нас похвалить. Не все и не всегда, не все пожелания мы, к сожалению, можем удовлетворить, но, поверьте, они рассматриваются. И вот на сегодняшний день часть ассортимента появилась именно благодаря желаниям наших покупателей. Что касается планов и перспектив деятельности, какие цели перед собой ставить? Мы хотим, чтобы в каждом городе России, в каждом населенном пункте Казахстана «Колба» была как можно ближе к своим покупателям. Ну, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Куда в Кирове непосредственно можно прийти? В Кирове у нас 2 магазина. Один находится по адресу Ленина, 12. Второй в магазине «Кировские товары» по адресу Октябрьский проспект, 139. Ждем вас в наших магазинах. Благодарю за эту беседу. Александр Татаринов, руководитель сети магазинов «Колба». Полезный город.